Благоустройство советского района, реализация проекта «Комфортная городская среда» ЖКХ. Как живет и развивается советский район, какие проекты были реализованы в уходящем году и что запланировано на следующий? На эти и другие вопросы ответит гость программы Вадим Бородин, глава советского внутригородского района городского округа Самара, и Петр Барсуков, председатель Совета депутатов советского района городского округа Самара. Смотрите нас в эфире телеканала «Самара ГИС» во вторник, 7 декабря в 20:30.